В рамках празднования Дня России в Славянске на Кубани прошли гонки по мотокроссу на Кубок главы муниципального образования «Славянский район». В нашем районе мотокросс имеет пусть небольшую, но славную историю. В 2001 году в ДЮСШ «Триумф» открылось отделение мотокросса. Его воспитанники неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Краснодарского края. О любителях быстрой экстремальной езды наш следующий репортаж. Мотокросс – это скорость, которая дается нелегко. Трассы пронизаны колеями, трамплинами, крутыми поворотами и всевозможными препятствиями. В этот день за победу боролись гонщики из 11 городов и районов Краснодарского края, а также спортсмены из 3 регионов России. Всего более 100 участников. Соревнования проходили в разных возрастных категориях и классах. Самому младшему из участников 5 лет. Участник команды «Лотос» Славянского района Данил Дубалазов экстремальным видом спорта занимается с 8 лет. По словам спортсмена, только любовь к экстриму подтолкнула его к такому занятию. К этим соревнованиям Данил готовился мало, но все равно верит в лучшее. Сегодня много соперников. Не знаю даже, как побеждать, потому что давно не ездил по трассе. Грязь была, мы не старались так часто ездить. Ну так, не знаю, может, обгоню хорошо, нормально. Главное, мне не упасть. Также спортсмен рассказал, что фанатом этого вида спорта является не только он, но и почти вся его семья. Братья, сестры, родные и двоюродные тоже любят погонять по бездорожью на своем железном коне. В этих соревнованиях впервые за всю историю принимали участие девушки, в их числе родная сестра Данила Виктория Дубалазова. Девушка рассказала, чем ее привлек этот экстремальный вид спорта. А заниматься мотокроссом я начала после того, как пришел мой младший брат. Понравилось. Здесь прыгать ехать. Очень интересно. Открыл чемпионат по мотокроссу глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил, что славянским ребятам есть чем занять досуг. Для этого работают различные спортивные секции, где каждый ребенок совершенно бесплатно может посещать то, что нравится ему больше всего. Роман Синеговский поздравил всех с открытием соревнований и пожелал участникам удачи. Я всем желаю добра, радости, крепкого здоровья, побед малых, больших. В этом спорте. С праздником, дорогие друзья! Понаблюдать за спортивными соревнованиями и поддержать участников пришли тысячи зрителей. Шоу получилось ярким и захватывающим. Прыжки на мотоцикле, повороты, виражи – об этом председатель Федерации мотокросса Славянского района Михаил Фролов знает не понаслышке. Он присутствовал на соревнованиях как один из главных ветеранов мотоциклистского экстрима и как организатор. Любовь к мотокроссу у Михаила Фролова возникла еще с тех пор, как он вернулся с армии, и по сей день это дело всей его жизни. Ну, есть такое слово веселое, говорит, машина возит тело, а мотоцикл возит душу. Ну, все. Душа отдыхает, веселится. Ну, все, что нам еще надо для полного счастья. В итоге яркой захватывающей гонки первое место в общекомандном зачете заняла сборная Славянска на Кубани. Второе – спортсмены из города Анапа. И третье место получили ребята из Северского района. Победители каждой в своей категории получили кубки, медали и ценные призы. Тина Копачевская, Михаил Варгулев, Георгий Калинин. Программа «События».